таком составе. Ворота защищает Артем Игдякин, номер 1. Номер 17, Сергей Тимошкин. Номер 3, Никита Серков. Номер 22, Павел Лачугин. Номер 21, Алексей Дерзин. Номер 7, Никита Журавлев. Номер 12, Артем Добрынин. Номер 5, Евгений Требуша, Лиз. Номер 19, Михаил Попов. Номер 14, Егор Ларионов. И номер 11, Олег Макеев, капитан команды. Главный тренер команды Николай Кашинцев. Начальник команды Руслан Александрович Ильин. Представляем команду хозяев. Сегодня они выступают в черно-белых цветах и вышли на матч в таком составе. Ворота защищает капитан команды Александр Давыдов, номер 97. Номер 4 – Алексей Яшин. Номер 10 – Иван Тарасов. Номер 21 – Павел Кизгизов. Номер 23 – Алексей Трусилин. Номер 5 – Александр Куташов. Номер 9 – Александр Залетин. Номер 11 – Алексей Наумов. Вот так номер 13 – Денис Исаев. Номер 20 – Алексей Баландин. И номер 12 – Вячеслав Ленинов. Директор футбольного клуба «Металлург» Виталий Николаевич Полунов. Главный тренер команды Виктор Кира. Представляем судейскую бригаду сегодняшнего матча. Главный арбитр Михаил Быков. Судья региональной категории, город Нижний Новгород. Помощники. Первый помощник. Дмитрий Аксенов, первой категории. Галина Мустина, первая категория, оба город Павлова. Инспектор сегодняшнего матча Александр Николаевич Коротин, город Арзамас. Thank you.
прямо с нами поближе. Мяч в ворота команды «Металлург» забил Никита Журавлев, номер 7, команда «Уран». Счет стал 1-0 в пользу команды «Уран».
Мяч в ворота «Металлург» забил Алексей Белкин, номер 21 команды «УРАЗ». Yeah.
Прям сюда встанешь. Thank you.
Третий мяч в ворота команды «Металлург» забил Сергей Тимошкин, номер 17, команду «Уран».
Значит, опять кап. Thank you.
Раньше капает. Там. Давай!
Thank you.